Всем привет! Начинаем стрим. Сегодня должен быть у нас диверсионный отряд из двух человек. Должны были взрывать танки и так далее. Но пока мой друг не пришел, поэтому будем устраивать диверсии в одиночку. Так, сколько там времени? Ну, еще целый час и пять минут катки, поэтому потихонечку начинаем. Сегодня уже в обед стримил на Твиче и решил вот пару часиков поиграть еще и показать это в Ютубе. Игра называется, для тех, кто не знает, Hell Let Loose, симулятор войны. Я считаю, что это один из лучших шутеров про Вторую мировую войну. Что еще сказать? Ну, отличная графика, отличная физика стрельбы, попаданий и так далее. Как по мне, игра на 10 из 10. Надеюсь, там меня хорошо слышно, видно. На связи, не? Да, на связи. Говорю, мы в защите или вот так? Командир ничего не говорит, не знаю. Ну, наверное, в защите, скорее всего. Значит, в атаке. Так. Я себе уже сам обозначил задачу, поэтому я надеюсь, меня за это не выкинут из взвода, пока мой братан не придет. А задача у меня следующая. Обнаружить танк и поставить на него взрыв-пакет. Потому что самое приятное в этой игре — это либо очень много киллов, либо взорвать технику. Уже близки к тому, чтобы кого-нибудь встретить. Сколько игроков? 40 на 40, но это достаточно. Достаточно много. Так, это не по мне ли стреляли? Неужели я по двоим стрелял, ни одного не убил? Граната пошла в меня. Взяли. Второго перевести взяли. На оборону. Да, их трое было. Так, сейчас посмотрим, как там все это выглядит. Да. Так, одного взяли. Ну, в целом неплохо. Вот здесь попин. Сейчас я появлюсь, поставлю метку. По технике нет ничего, ребят? В смысле? Ну, метки, может, на технику, на вражескую. Я бы засочелил кого-нибудь. Метка есть, но там, походу, уже взорвали. Ну и ладно,
Так, это наша техника. У нас идет захват, ну что сказать. Медик. Соперники у нас походу не. Не супер. Ну, я скажу, что я 2 дня вот играю. И за 2 дня у нас просто. Точнее, как сказать, 2 последних дня. Все время катки сливаются и сливаются. Надеюсь, в этой так не будет. Я его видел. Там где-то не ставит из бугру. Я спалил этого чувака, жалко. Не удалось подстрелить. Ну, возможно, его ранил. И куда ты, братан, побежал? Зачем он это сделал? Ваши ставки, он добежит или нет? Нет, не добежал. Я вообще в кустах сидел. И меня пристрелили все равно. Но это говорит о том, что наш гарнизон все-таки спалили. Сейчас придут его снимать. У нас целых 3 танка. 1, 2, 3. Ну, с таким количеством техники больших проблем не должно быть у нас в команде. Еще бы вот сюда гарнизон разместить один. И вообще было бы классно. Обнаружить, кто у нас стрелял оттуда. Я так понимаю, враг примерно с этой стороны идет. Вроде все зачистил. По звуку там какая-то танковая перестрелка. Тот, в кого я стрелял, готов. Что делать? На перерез вы будете. Но вряд ли тогда у меня получится что-то взорвать. Там будет слишком много пехоты. Пехота не даст мне взорвать какой-нибудь танк, например. Вот через эти дома
Нужно триггеры. Бегал снайпер. Его походу убили. Опа, чувачок. Ты один тут, брат? Ты был тут один? Где твои взводные? Никого не вижу. Опа, слышу аванпост. И чувак вот сюда. Но, блин, надо было сразу его убивать. Так, а что это за место? Вот здесь, значит. Я думаю, что это был аванпост. Но, возможно, и гарнизон. Далеко, конечно, теперь бежать туда. Не маленькое такое расстояние. А они, я думаю, везут саплай. Опа, у нас точка падает. Может, там вообще никого нету. Я туда не пойду. Потому что одна высадка и... Пойдет оборона, нет смысла особого возвращаться, все равно там, да уже защита пошла. Ух ты. Он побежал в сторону гарнизона. Это опасно. Секунд. Ну, я думаю, он может даже успеть его снять. Как минимум заблокировать. Угу. Он все ближе и ближе. Спалит, интересно, нет? Ну что, отбили захват? Да, отбили, спалил. Да. Но тут еще бегают негодяи. Спалил. Ну ладно, пойдем в оборону, что делать. Танков там все равно нету. Взрывать нам некого. Пока что. На севере триггера в окопе бегает. Ух ты. Как они строят вот эти укрепления, мне вот это непонятно. Просрала. Он аж повернулся.
походу и отбили атаку. Что за звук выстрела? А, это наш. Это какой-то прям серьезный чувачок, прям на пролом бежит. Не боится никого. С атакой совсем. Чё кинули, чуваки? Что-то ж должно было выпасть с этого самолета. Так, ну мы-то знаем, что вот здесь что-то стояло. Правда, 500 метров туда еще. Телепать. Мы двигаемся окольными путями. Периодически экшен, конечно, у нас бывает. Перестрелочки. Так, на моем трупе гарнизон. Это квадрат C4. Прям на горизонт. Смотри, близко. Вау. А что ты тут сидел, братан? Кого ты тут ждал? Да, поставил. Ага, все, поставил. Кого тут ты ждал? В туалет ходил, что ли? Здесь точечка. А вот и ваши припасики летят. Я понял, что ты ждал. Ты ждал, пока командир тебе скинет припасы, чтобы гарнизон поставить. Ну, это упущение разведки, конечно. Че, помочь пацанам зайти в триггер? Себе уже миллион задач. После каждой смерти придумываю. Хрена пока не получается. Там трое наших полегло. Да больно отстань. Зачем ты так жестко-то стреляешь? Вообще не могут этого гарнизона веточка будет.
Опа, попал. Меня спалили. Не мудрено. Попробуем тут. У нас такие танковые просто отряды сумасшедшие, что мы должны тут врываться на изи. Блин, я думаю, кто ходит, а это наш. Чувачок тут гоняет за мной. Ну чё, пойдем по окопам тогда. Танк там вроде бы. Стрелять в ту сторону мы должны проходить. Для самых невнимательных. Ванпост здесь поставить, и было бы идеально. Наш ванпост стоит в обороне. Слышу технику. Вижу технику. Как он это сделал? Как? Командир, поставишь шави? Как он это сделал? Они. О. С севера бегут, в конце окопа этих длинных. Там где-то появился. Так, обновил авик. На атаку поставил. Его сняли, командир, я. Сзади. Угу, понял. Так, убил того, кто снял его. Да, только я теперь не успею прийти. Только я увидел танк, хотел пробраться к нему. У меня откат. Только я увидел технику, и все. Как сразу шарахнули. Аккуратно, тут два кота влияют. Ух ты. А, вот появляются. Рожки до ножки у человека только остались. У нас команда профессионалов, очевидно.
захватывают и отбивают вообще все, что можно. Да, вот это у меня штука появилась после обновления драйверов. У меня картинка стала темнее. Я вижу хуже и позднее вижу противника. Добавить чули яркости. Ну, экран и так ярко херачит. А вот... видимость не улучшилась почему-то. Ну что там, Мавик не откатился? Сейчас появлюсь, поставлю. Сейчас в триггере поставлю, потом передвину. Да нет, зачем в триггере? Слушай, вот такая команда, точнее взвод, мне нравится наш, наше отделение. Ух, чувак, ты куда? Чё с тобой снова, брат? Кто тебе так вырубил? Я думаю, что это полетело, это птица какая-то, что ли? А это чувак наш. Заглючил. Нет, конечно, приятно, что так много наших танков. Но их танки тоже хочется видеть. Снайпер. Видел я тут что-то ставили. Плацдарм. Ничего не осталось. Че, вон пост будет у нас, нет? Так, откинул время на авиа. Отлично. Команда прям понимает, что надо делать.
Да ё-моё, я его увидел, пробежал, и когда начал целиться, потерял его. Что-то мне нужно с фильтром сделать. Тени, что ли, прибрать? Пока еще не понимаю, что конкретно, что за настройка, но вот пустые, они прям темноваты у меня. Мне в них хуже видно. Там-то я вижу. В этих вот кустах где-то. Сейчас командор наш перенесет, а он будет вообще отлично. В тех кустах я тоже вижу, но почему-то они видят меня раньше, чем я их. Да, вот сейчас еще не хватало от артиллерии по голове получить. И как всегда комбо. Не симулятор войны, а симулятор смертей, как я его называю. Я точно попал, но не уверен, что я его убил. Это не голова? Да-да, я его то была, конечно, бежать. Голова. Но пока я думал, она это или нет, она уже ушла. Справа ты ничего не глянул? Не глянул нифига, что происходит. Ну, кажется, пытаются отобрать батарею. Никого у нас там нет. Я вернусь. Странно только, как они прошли сквозь все наши гарнизоны. И снайпер вот на нас. Поближе.
левую сторону задымлю от авика, чтобы проще было прикинуть. Ну ты вылез, чувак, блин. Еще и меня наказал. Бежит просто, я не знаю, просто бегает перед носом. Ненормальный какой-то. Метка техники. Так, ну я знаю, откуда они. А, ну вон наши чуваки уже пошли контрить. Мы тогда отсюда пойдем. Че, забрали бакет? Кому огонь ведешь, братья? Я вот никого не вижу. Ну, не точно вон там. Давайте триггер все. Наше отделение. Аван горит у вас кульки. Братан, блин, я тебя не видел, извини. Вон гарнизон. Удобно, да. Идем бибику взрывать. Или пулеметчик ее взорвет. Да, пулеметчик. Вот зараза. Надо было сразу к ней идти. Хоть какое-то подобие диверсии было бы. У него где-то тут гарнизон. Нет, тут бежать сейчас. Вот ты снял. Вообще гранат прилетит. А чё гранату не кинул, бро? О, я не до... Мне не хватило одного патрона убить его. Два в него точно влетело.
Так, ну и чё у вас, пацаны, чё происходит тут? Рассказывайте. Я пойду справа. Ой-ой-ой, это противотанкист был. Который что-то взорвал, похоже, на наш танк. На западе, да не хочет. Давайте попробуем зайти с этого края. Все вместе. Тихонечко проберемся. Там еще, там он. Блин, смотри-ка. Вот кустах лежит прям, кажется, за моей спиной. Смотри-ка. Да тут он на дороге. Авик сняли. Что будем делать? Большие пространства такие. Подожди, только что видел кого-то. Вон он. Ну, значит, идем в эту сторону, они отсюда тоже бегут. Тут должно быть в кого пострелять. Ой-ой-ой. Откуда он стрелял в меня? Направление примерно видел. Тормози, посмотри, через перекресток на группу с той стороны. Ничего не вижу. Зайдем в триггер, хотя в близко я сочель заложу, вынесу на следующую попытку уже нападать. Там дом единственный, который из окна на него полет. Чувак справа идет, а я слева. Хатинца убил.
вражеский танк. Ну не убивай его, брат. Есть, есть. Да, наконец-то диверсия. Сейчас будет фейерверк. Первая диверсия случилась. Стрелял в меня. В принципе, отовсюду могут стрелять. Позиция не самая безопасная. Бежит. Еще один. Сдача была хорошая, конечно. Много соперников. Но на всех меня не хватило. Я прям такой отчаянный воин вылетел. Со всеми повоевать хотел. Хорошая позиция там была у меня, конечно. Но засейвиться там было практически нереально. Так, а у нас командир ливнул, похоже. Это нехорошо. Опа. Вовремя я тут появился. Одна небольшая, но диверсия.
подрыв вражеского автомобиля. Тоже считается. Только меня тут тоже разорвет. Интересно, меня видно? Меняем место поворота. Голову. Ну что сказать, два танка стреляют с двух сторон. Есть ли смысл пробовать пройти? Определенно есть. Определенно есть. Что наши танки там так стреляют, что головы не дают поднять. Захвата пошла. Вражеское подмечание. Практически мимо. Не попал нам больше по своим. Ты смотри, какой ты ловкий. Свелся прям моментально. 25 киллов. Не то чтобы много, конечно. Хотелось бы побольше. Танки просто уже в наглую заехали. Кстати, да, почему, интересно, в этой игре нет чернокожих? Ну, ладья, мне вспомнилось про убили негра. Почему чернокожих нету, вояк? За американцев все чернокожие не воевали? Неисторично.
чисто. Можно найти, значит. Теперь наше бомбометание, братцы, ловите. Я их не буду убивать. Я сначала сниму их аванпост. Трошки кончились. Копил бы шарпом стоит. Да, за ним я и хотел идти. Метка наблюдения. Ну так в тупого, конечно, я не зайду в Шермана напрямую. Но это все, это для них это ГГ. Тут гарнизончик горит. И чё ты так долго целился? А, брат, чё так долго целился? Должен был сразу меня убивать. Бегать здесь это просто дурацкий этот звук, который добавили дыхание, он меня раздражает. Я готов об этом без остановки говорить, да. Слышу тебя, дорогой. Или я себя слышу? Пантера едет.
Тяжело там киллы идут. Пока смертей побольше. В принципе, это все. Получено достижение майор. Почетно, ё-моё, почетно. Так. Что? Игра у нас вылетела. Ничего нового абсолютно. Что с вебкой? Ждем теперь, как говорится. Лишь бы места теперь на сервере мне хватило. Не на этом ли сервере мы играли? А, мы сейчас загрузимся и посмотрим, сколько времени до конца катки. Повторно, конечно, ту же карту играть не хочется. Так, понятно. Точно не в этой карте мы играли. Точнее, не на этом сервере. Еще раз история. Слушай, нет, не этот сервер. Где он, где он, где он? Сент-Мерглис. Вот сюда, наверное, надо заходить.
Ну вот, это ближе к делу. Так, теперь мы играем за Саша. Продолжаем. Тему диверсии возьмем. Противотанкиста. Кстати, какого уровня у нас командир? 12-го. Понятно. Вот почему никто сюда не заходил. Ну, в целом, чего? Пусть будет так пока. При первой возможности, конечно, мы ливнем с этого взвода. Здоров, командир. Сейчас уточним, он умеет ставить. Вон посты. Связь есть. Аванпост ставить умеешь? Ну, тебя, по крайней мере, слышно. Связь есть. А вот если она у командира? Ну, слышать это хорошо. Нам надо понимать, будут ли у нас аванпосты. Он на 12 уровне может не знать, что это такое. Где наш грузовик с товарищами? Грузовик с товарищами. Где? Чудак на букву М поехал и забрал тачку. Понятно. Не дождался свою пехоту. Здравствуйте. Устроил кидало. Здорово, отец. А, вот аванпост, смотри-ка. Все, можно расслабить булки. Командир наш умеет ставить аванпосты. Будем воевать за тебя, командир. Нет, это будем уничтожать, зубами грызть. Угу, тачку взорвал противотанкист. Вражеской... Противотанкист. Ты чё, братан, весь в побелке? Чело чистый просто. Еще и довольный такой сарик. Ему башку прострелили, а он радуется. Так, все, до свидания, наш гарнизон. Но слава богу, у нас есть командир 12 уровня, который нас не подводит, ведет нас вперед. Я фафал. Ефть, я попал. КД, брат, КД надо, перезарядка, да? Перезарядка. Да. Не знал, что моя пушка не простреливает деревянную тележку.
Теперь я знаю, где их искать. В чем проблема, я не помню, что у меня стрим завис. Все работает. Кто-то говорит снайперит. Здорово, Endgame. Ну да, тут много умельцев. Так, ну мы прям близко-близко. Боже мой. Какая боль. Я смотрел в сторону туда, где они должны быть, и они у меня почему-то в спине оказались. Так, аванпост. Наш командир... Ставить умеет. Не факт, что он его сейчас поставит. Вообще не факт, что он живой, а не он сдох. Придется бежать черти откуда. Но я вообще здесь высажусь, потому что... А, нет, стоп, я там не высажусь. Я же высажусь здесь. Почему? Потому что у меня есть ПТ-орудие. А по центру, может быть, среднячок будет ехать. Или, может быть, тяжелый танк. Поэтому лишний раз прогуляться будет не лишним. Сейчас этот, если гарнизон снимут, вообще все плохо будет. Насколько я помню, раньше у противотанкиста была не только пушка, но еще и мина. Не только ПТ-орудие. Тогда, конечно, было повеселее, я скажу. Это наша тачка. Басатор, ты, конечно, прям молодец. Есть ли такой большой смысл, когда так далеко атакующий гарнизон, делать бомбометание? Не знаю, не знаю.
пор не попал. Да ладно, и теперь ты по мне будешь стрелять? Я же тебя простил. Да ты чё? Медик, тут враг. Он меня поднимает в тот момент, когда по нему стреляют. Спасибо, брат, спасибо. Сейчас мы их сделаем, братуха. Чего же это, интересно, он не сдох? Ну, что там, двойной бронежилет? Это орудие на такие дистанции убивает. А этот дальше пошел. В спину выхватил. И как ни в чем не бывало. Короче, граната. Короче, еще одна. Ай, чё, ай? Блин. И тут полный дом оказалось. Ну ничего, троих. Троих сделали. Троих одолели. У них атака вообще не продвигается никак. Атакуем, похоже, только мы, потому что у нас в триггере там вообще никого нету. Но им, похоже, на это все равно. А, вот разведка пошла. Они все вот тут сосредоточены. И наши, кстати, у них уже в спине. Это значит, что их гарнизону очень скоро придет конец. Раз наши у них в спине. Еще я слышу танк. Но пока... добежать до него не могу. Нас уже потихонечку точка начинает отжимать. Я бы с удовольствием забрал танк.
Вроде вокруг все наши, а... Ох, чувачки умудряются все равно откуда-то меня... И меня именно убивать. Много моросящих персонажей, но все наши. Так, это я откуда иду? Странно, почему по центру еще здесь никакой танк не поехал. Хотелось бы его, конечно, увидеть. Опасно так бежать. Думал, это башка чья-то. Это горшок. Чё это я не попал? Попал. У нас есть ППшник. Чё? Чё там, чё там? Короче, ПТ-шник, свечайся к нашему к точке атаки. Там танк увидишь. На нем должна быть метка. У нас нет точки атаки. Так, проходим. О, не попал чуть-чуть. Но они вот тут вот в этих постройках и сидят. Гады такие. Криминальный аванпост у нас. Сейчас тут будет какой-то замес однозначно. Враги за стенкой буквально. Они прям за стенкой. Сейчас сделаю паркур на голову. Ладно, не буду выделываться. Сейчас тут с лопатой. Можно было бы, конечно,
Ничего не понятно. А чё непонятно? Вот вражеский триггер, вот наш триггер. Надо захватить следом эту точку. Для новичков игра сложная, но потом привыкаешь. Начинаешь понимать, куда тебе бежать, зачем стрелять и что делать. Но выживать очень сложно. Очень сложно. Особенно попервой. Я сколько раз предлагал поиграть друзьям. Они покупали эту игру. И очень сильно разочаровывались, потому что выживать просто ну нереально. Ты вообще не понимаешь, откуда тебя убивают. И даже за там. Так, парни, я смотрю. Несколько лет чисто. Игры там. Давай, или когда ты уже отыграл более 1000 часов. Это не гарантирует тебе это то, что ты не будешь здесь появляться и умирать просто без остановки. Карты все сделаны с полной реалистичностью. Говорят, что они совпадают. Звуки очень реалистичные. Звуки шагов, выстрелов очень круто сделаны. То есть ты даже если откуда-то ведут огонь, ты прям очень далеко. Ты можешь это определить на слух. Все пушки отличаются по звуку, то есть, если ты слышишь звуки выстрелов, то ты по-любому знаешь, ну, то, что это там немецкая пушка и так далее. В самолете один сидел, правда, оба. В этом плане разработчики, конечно, так, постарались. Вдоль дороги, ну и по графике, и по графике вообще все мне нравится. Физика стрельбы и попаданий очень реалистичная. Не знаю, аналогов. Я еще не встречал в этой игре. Ну, особо я, конечно, в шутеры не играю, потому что мне в целом не нравится, что чувак бежит, и у него там 100 хп, ты по ним стрелял, у него 30 осталось. Здесь вот чувак бежал, один патрон, и чувака нету. Вот так, раз, и все, и до свидания. И он даже ничего не понял. Можно услышать, что вот оттуда стреляют. Несу плащ хуже. Если танк сейчас начнет простреливать, то все будет у нас хорошо.
Да ну нет, ну по-братски, ну ты не должен меня убить. Замес. Так, парни, задача. Сейчас ставлю аванпост. Нужно оборонять аванпост. Сейчас будем ставить гарик. Этот вот лесочек, лесочек держите и все. Так точно, капитан. Зарбут. Ту. Разбавил им атмосферу. Атмосферу войны разбавил. Не идем атаковать никуда, просто держим лесочек. Пусть они сами прут к нам. А они сейчас попрут, потому что они увидят, что припасы летят. И на припасы сейчас как мухи на варенье. Опа, слышу танк. Так, слышу технику вражескую. Там где-то танк. Тэшник. Да слышу, пехота там. Убили. Отходим, отходим, вперед, вперед проходим, вперед проходим. Ничто, что это танк. Задымите его, ничто, что это танк. Сразу все не умирайте, только пожалуйста, нам нужно сохранить эту точку. Да не будет такой возможности у нас, не будет. Пока танк стоит мордой к нам. Ну и чё? Как ты хотел убивать танк, который стоит танк мордой? Да я вижу. Блять, он сейчас гарик снесет, падла. Явик снесет. Да он уже снес. Тварь. Плохо, плохо, товарищи. Товарищ ПТшник. Командир, что, первый день в игре, что ли? Ты же знаешь, что если мордой стоит, что ты ему сделаешь? Сзади пехота. Дымить? Нет? У меня-то дымов нет. Дубль 2. Я бы с радостью его подвзорвал бы. Здорово, брат, здорово. Командир, кинь там заметку запроса припас еще раз. Так, ПТшник тут, блядь, едет, он херня какая-то, а это наш. Да блин, они чё как обращаются ко мне слишком часто, я не буду с ними так играть. Здорово, здорово, Палыч. Лайки прожимаем, товарищи. Лайк поставь хотя бы. В игре меня кинул, хоть лайк поставь.
Вас убил союзник. Наказать! Отметки нравится одна. Дашник, вот спасибо. Это пантера катается. Пометил пантеру. Да, надо, брат. Надо что-то с этим делать. Меня тут душат, понимаешь, без тебя душат, брат, душат. Говорят, ПТшник, ПТшник. Что-то там, ПТшник. Простите. А, передо мной Вот тебе и диверсия, конечно. Попробуем тут резнуться. Да вот и резнулись тоже. Ну смотри, а. Сняли аванпост, командир. Я сейчас восстановлю. Давай восстанавливай быстрее. Убить этот сраный танк, ёлкин. Короче, пока ты восстановишь. Я уже сам добегу. Как я его должен убить, если я до него добежать не могу? В этом и заключается сложность диверсии. И чё, в кого он там стреляет, этот танк? Всевидящий, что ли? Мы ничего не можем сделать, пока танк не выбьют, парни, ну. С плацдарма пойду. Не получается. Не получается дойти до него. Парни, кто умирает, откатывайтесь на кладбище. Я не умираю, я живой. Ладно. Точку терять неохота. Вернемся.
кому-то там было больно. Да почему именно я? Ну почему именно я? У нас 30 человек выскочило. Именно я сдох, сука. Я иду за пантерой. ПТшник, вызываю ПТшника. Да, да. К вашим услугам. Вроде бы я попал. ПТшник, давай. Давай, друг. Она там же, да, стоит? Да, 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 он там, он один в танке. Я его задымил. Да тут вся проблема дойти, видишь. Задымите, блин, дорогу задымите. Тут пулеметчик. Наконец-то. А второй просто на фарт выпущу вот так. Мы справились, хоть и не сразу, хоть и не быстро, но справились. Не попал. А может, граната зайдет туда? Что-то ему в голову стрелял я, а прилетело мне. Кто умер, повторяю, откатывайтесь на кладбище, у нас кладбище берут. Давай откатимся, ладно. Сейчас, пока мы сейчас реснемся. Так снимай свой аванпост и газуй тогда, чё ты.
Угу. Потеря точки, что ли, нам светит? Я думаю, что да. Угу. Быстрее всего, что мы ее сейчас потеряем. А за ней сходу следующую. Откатывайся на кладбище. А смысл, если они орут, блин, он орет, говорит, типа, откатывайтесь после смерти, я откатился, он через полминуты мне кричит, ПТшник, ты где тут, надо убить танк. Конечно, я пошел убивать танк. Я же за этим вообще в игру зашел, танки убивать. Взорвался. Нормально вообще. Люто же было. Хорошо так зашел. Ну вот это волчарский гарнизон вот здесь. Вот здесь хороший гарнизон. Только что вот эти все люди там делают, непонятно. Зачем они там лазят? Кого они там ищут? Два отряда просто. Кто там стреляет? Ё-моё, чё их не видят, что ли? Чувак меня просто 5 раз уже шлёпнул. Перекрёсток тоже отбирают. Thank you.
чувак оббежать меня хотел. Его шлёпнули. Конечно, сурово. Чё там в Дискорде произошло? Командир нас что-то собирает. Подходим к 20:45 в парадку. Правый в парадный, в левый в шоколадный. Что-то. Так, ну чё, у нас через 5 минут собрание клана. Попробую посмотреть, поучаствовать. Сделаю запись экрана. Послушаем, чё там говорят интересного. Глядишь, может быть, все вместе соберутся поиграть. Вряд ли сегодня, конечно. Ладно, ребятки. Несколько каток мы сыграли. Сказать, чтобы это было прям хорошо, нельзя, конечно. Почему-то я жестко тупил сегодня. Ну так, чуть постреляли. Уже приятно. Бывало и хуже. Вчера вообще ничего не летело. Так, более-менее. Тут давеча набил 77 киллов. И сейчас у меня на Твиче челлендж идет, типа... накидать закатку 50 киллов. Вообще 2 дня ничего не получается. Я просто больше 20 сделать не могу. Вот так вот. Вот так и есть. 20, там 30. Там что-то 37 я набил максимум, по-моему. За 2 стрима. Ну, в смысле, в одной катке. Больше ничего не получается. Поэтому будем тренироваться. Когда вне стрима, все получается. На стриме никак. Так, ладно, у нас потихоньку ребятки собираются в Дискорде. О, тем более сразу можно отключаться от сервера. Карта ужасная, отвратительная карта, хуже просто придумать невозможно. Всем счастливо, всем пока, спасибо всем, кто смотрел. Получу отдельное спасибо за то, что лайк поставил. Вот. И спасибо всем, кто посмотрит. Огромный привет.